Добрый день, дорогие друзья! Я хотел бы презентовать вам мою программу, которую вы, наверное, уже знаете, а может быть, вы первый раз о ней слышите. Она называется программа «Капля». Почему я ее назвал «Капля»? Потому что рассказать все о Писании, о Боге, о жизни, о любви, о взаимоотношениях и так далее просто невозможно. Говорить большие длинные проповеди, мне кажется, утомительно не сколько для меня, как для проповедника, сколько для вас, как для слушателей. И мне показалось справедливым, чтобы говорить по чуть-чуть, небольшими порциями, капля за каплей, рассказывая какие-то важные, на мой взгляд, вещи. Почему я этим занимаюсь? Потому что большая часть общения ушло в интернет, потому что очень многие люди сегодня общаются не лично, а через свои телефоны, компьютеры, планшеты и так далее. Апостол Павел, когда он приходил в какой-то город, он шел в синагогу. Он шел в то место, куда обязательно в определенное время соберутся люди для того, чтобы почитать Писание, поделиться своими нуждами, помолиться друг за друга, просто пообщаться. И мне кажется, что наше служение в интернете похоже на ту же стратегию. Мы пытаемся ее копировать, это стратегия апостола Павла, прийти туда, где собираются люди, для того, чтобы поделиться с ними теми откровениями, которые дал нам Господь. «Капля» — это сериал на небольших программ на какую-то заданную тему. Мне бы хотелось призвать каждого из вас, кто сейчас смотрит меня, стать соавтором этой программы. Если вы хотите стать соавтором, напишите мне письмо, напишите, какую тему вы хотели бы поднять. Возможно, она будет созвучна не только моему сердцу, но и мнению других людей, и мы обязательно будем снимать программу на эту тему. Еще одно предложение, которое я хотел бы сделать нашим зрителям. Вы можете стать экспертом нашей программы. Как это выглядит? Например, вы обладаете определенными знаниями или каким-то уникальным опытом в той или иной сфере, и вы считаете, что это может помочь другим верующим решать их проблемы, двигаться по жизни, возможно, что-то исправлять, менять. Не играет роли, в какой сфере. Может быть, это образование, медицина, душепопечение. Может быть, у вас есть какие-то библейские откровения. Мы с радостью сделаем программу с вами. Вы станете экспертом нашей программы и будете регулярно появляться в нашей студии для того, чтобы делиться этим опытом с другими людьми. И последнее, что я хотел бы сказать, мы стремимся не к успеху, мы не стремимся к огромной аудитории, к какому-то позитивному, огромному резонансу, мы стремимся только к одному. Мы стремимся к тому, чтобы иметь плод для Царства Божьего. Поэтому вопросы, связанные с пользой, которую мы приносим, для нас первостепенны. Я предлагаю каждому из вас стать соработником вместе с нами, если Бог располагает вас к этому. Подписывайтесь на канал, следите за нашими программами, комментируйте. Критика приветствуется, но очень хотелось бы, чтобы эта критика была конструктивной, не банальный мирской троллинг. Если вы хотите критиковать, мы будем открыты. Но очень хотелось бы, чтобы эта критика, она была конструктивной.